Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем обозревать Dain Mod на игру Властелин колец. Битва за Средиземье 2 под знаменем Короля Чародея. Так, ну что? Сегодня мы с вами поиграем за Рохан, и против меня будет сражаться Изенгард. Серьезные такие ребятки. Так, что еще? Да, ребятки, насчет героев кольца. Я не знаю, как здесь будет. Если Голум нам попадется с кольцом, то я покажу вам. Если же он нам не попадется, то такова судьба, значит, потому что я не знаю, где у нас может выйти Голум. Игра такая, знаете ли, ее просто, не знаю. Голум может появиться, а может и вообще куда-то пропасть, как мы играли за Гондор, когда обозревали, его там вообще не было. Почему-то это было как-то очень странно. Не знаю даже, с чем это связано. Ну да, будем так смотреть. Если Голум будет, то обязательно возьмем кольцо, и я вам покажу, что у нас могут герои с кольцом, какие у нас новые будут способности. Если же его не будет, то извиняйте, не знаю, значит, игра сама так решила. Поэтому давайте смотреть. Да, также я еще думал по поводу других карт. Ставил карту Изенгард, проверял. Там, знаете, такая штука была, там нет таверны. А в этом моде, в таверне, можно заказывать некоторых героев и отряды. Там таверны не было, поэтому я отказался от Изенгарда. В общем-то, ребята, как игра решит, так и будет. Я не знаю. Давайте смотреть. В общем-то, я здесь не причастен ко всему этому делу. Поехали, посмотрим. Так, ну что, поехали. Ферму давай сразу забабаним. И начинаем, как всегда, с очков заклинаний. Что у нас тут? Рок Рохана. Выбранные союзники получают 50% урона. Окей, а где же броня? Про броню забыли, видимо. Окей. Симбельмины, что за трава, блин? Короче, у нас исцеление идет. Позволяет крестьянам приобрести топоры. Ага. Так, это что? Айвендил. По воле Валла, Яванны, Радагаст Карий отправляется в Средиземье, чтобы помочь Рохану. Радагаст Карий нанимается в крепости. Угу. Значит, мы сможем нанять Радагаста. Окей, посмотрим, как его здесь изменили. Королевские кони. Выбранный отряд Рохерим получает... кони из королевской гвардии. Минус 50% скорости. И 150 очков жизни. Ну, неплохо так, неплохо. Слава королю. Теодон освобождается от чар Сарумана и помнит его прошлые дни славы. Теодон безрассудный лечится и превращается в Теодон, в обычного Теодона. Ага, получается, у нас тут будет Теодон в потемках. Кто смотрел фильм, я думаю, знают, да, какой он там был. Да, на нем были наложены чары Сарумана. Так, ладно, посмотрим тогда. Воина Рохана превращает фермеров в воинов. Ага, фермеры должны находиться возле стрельбища лучников. Интересно, интересно, посмотрим. Поддержка из Вестфальда. Временно призывает Эркенбранда и трех отрядов всадников. Окей, посмотрим. Разрыв в облаках. Взрыв. Разрывское должно быть написано. Три соратника. Арагорн, Леголас и Гимли. Это мы уже видели с вами в моде наступления тьмы. Так, далее. Последний поход энтов. Энты идут на войну, чтобы помочь свободным народам Средиземья. Тоже дойдем, посмотрим обязательно. И в военный лагерь. Построили военный лагерь. Периодически вызывает Рохеримов. Увеличивает командные очки на 300. Неплохо. Так, ну с чего мы начнем? Давайте-ка, я думаю, начнем мы... Нет. Давайте-ка с призыва. Приобретать топоры и
В общем-то, все такое. Хотя они пользуются крестьянами. Блин. Ай-яй-яй-яй. Ну давай, давай, исцеление-то возьмем все-таки, да. Потом пойдем по Теодону, значит. Так, что у нас тут? Стрельбище. Пока я стрельбище не буду ставить. И давайте-ка посмотрим с вами стоимость героев. Давай. Снижение, да? Единое кольцо. Герои кольца Радагаст Бурый. Радагаст Бурый создает святилище природы, которое имеет большой бонус и способности. Получается, кольцо у нас тут может одевать только Радагаст. Окей, посмотрим. А если же кольцо у нас будет, посмотрим, конечно, да. Угу. Конюшня. Конечно же, куда же Рохан? Рохан без... Так, без конницы это вообще, это не Рохан, это просто херня какая-то. Так, по героям. Угу. У нас тут есть Мэри, Теодред, Эовин и Теодун Безрассудный. Ничего себе, давай-ка призовем сначала Мэри. И давайте почитаем, смотрите, у нас что-то новенькое. Безрассудный все-таки, ага. Его воля управляет Саруман с помощью грима Червиуста. Грима Червиуста сопровождает его в пути, шепчет ложные слова и вводит короля в заблуждение. Теодун не может атаковать, многие из его способностей связаны с окружающей средой. Интересно, давай посмотрим. Неплохо так, мне уже нравится. А, да-да-да, этот грёбаный немецкий. Ай, ладно. Так, ага. Топорщики Рохерим, остальные какие у нас появились. Добавлены. Неплохо. Кстати говоря, они стоят дороже самих Рохеримов. Ладно. Так. Мэри у нас прибыл. Сколько он у нас? 400 здоровья и урон в ближнем бою 60, в дальнем 200. Ничего себе. Ничего такая разница, да? Плащ Лихолесья. Скрытность задает. Кинжал Нолдера. Нифига не переведено. И это 25% дает защиты. Ага, окей. И, судя по всему, еще ему дается... Внешний вид меняется. Дается там... броня дается, вот, да. Так, ну что, давайте призовем туда конницу. Рохерим. И топорщиков сразу. Так, ну что? Вот у нас, смотрите, Теоден и Червиуст. Поганый сученыш. Смотри, бегает, бегает. Жалкий пес. Офигеть. Это, конечно, круто сделано. Так, давай. Давай сюда. Сейчас мы тогда подкопим. И, я думаю, сделаем нашего Теода нормальным королем уже. Да, что он говорит там про Изенгард? Так, давай. Сюда. Вот сюда. Ну что, Рохерим у нас прибывает. Красавцы, красавцы. Вот, ребят, за Рохана очень приятно играть. Нанимаешь просто кучу конницы и валишь врага. Особенно это легко с компьютером, да? Если с живым человеком он там понасоздает копейщиков, уже будет какая-то проблема. То с компьютером самое то. Это круто. Можно просто брать толпой и идти в атаку. Так, Теодред, сына короля Теодена. Давайте наймем его. Он у нас будет вести конницу. Так, тихо. Бомжи уже идут. Вот такие у нас топорщики, смотрите. С топорами. Мне это сейчас почему-то напомнило очень сильно Mountain Blade Rus 13 век. Я думаю, вам тоже, да? Что-то есть такое схожее. Ладно. Так, сейчас подождем нашего героя и пойдем уже немножечко в атаку и захватим, конечно же, трактир. Как всегда, по старинке. Ага, что он там говорит? Я вообще не силен в немецком. Я изучал английский язык. Я думаю, как и многие. Так, Теодред. Смотрите, у него есть какие-то новые способности. Там что, какая-то башня идет. 3500 здоровья и 180 урона. Так, а вот Теодена что вообще есть? Теоден может быть...
покажется слабым, но он по-прежнему вдохновляет своих людей. Ближайшие союзники получают 25% к атаке и защите, но не боятся. Изгнание. Теден должен находиться поблизости здания Рохана. Грима Червюст затемняет рассудок Теодена. Теоден изгоняет выбранного героя. У героя увеличивается урон и вдвое быстрее перезагружает способность. После смерти герой может вернуться тогда, когда Теоден освободится от злых чар Сарумана. Ага, значит, мы сейчас можем... Так, а давайте-ка наложим. У него будет увеличен урон. Или нет, нет, давайте не будем. Он потом у нас не сможет возродиться, пока мы не изучим способность. Что это такое? Тут нам опять не перевели, хер знает. Хер понимает, что такое, ну-ка. Что это было, может... Ресурсы, может, нам дало, кстати говоря. Ага, смотрите-ка, вроде как улучшилось, да? Потому что, смотрите, оно как-то мерцает странно. Ладно, это что? Тоже непонятно, не перевели нифига. Так, на здание действует? Непонятно как-то. Окей. Это что? 30 секунд, что-то там. Что это? Скорость, что ли? 30% нам дает. Да, непонятно, конечно. Так, ну что, давай, сейчас тогда пойдем уже захватим таверну. Что-то я зачитался. Ну, интересно, да? Интересно посмотреть, почитать. То, что переведено. Ну что у нас? Чё за херня? Ну чё стоим-то, ребят? Какого хрена? Давай в атаку. Сука, давай быстрее. Ну чё там стали-то? Да, вот это конец, конечно. Тащит сразу третий уровень, смотрите, у нас получает Теодред. Хорош. Это кто такие? Крестьяне, откуда они вышли? А, судя по всему, они у нас выходят, если ломается ферма. Да? Потому что их не было. Я их не призывал. Окей. Так, давай сюда. Тут нам нужно будет катапульту. Потому что здесь у нас враги сейчас будут, конечно, ходить опять и все это ломать. Так, Теодре, смотрите, у него есть какая-то башня. Так, вот такой красавчик на коне. Так, подожди. Давай сюда еще. И еще два отряда тогда сейчас. Конницы. Призовем, подождем. Просто разнесли их. Вот за что мы любим Рохан, да? Так это за конницу, конечно же. Так, ну что, Тед у нас пока... Да, бесполезный совсем. Так, враги будут идти, я знаю, поэтому давайте их здесь оставим. Враги будут идти, давайте их здесь оставим. Что я сказал? Короче, оставим здесь Пип, Мэри и крестьян. Пускай они защищают все это дело. А мы сейчас конницы пойдем в атаку. Так, давай сюда. А, еще хотелось бы катапульту, блин, дороговато что-то. Че там, лучники, что ли? Привет, ребятки, привет. Такая эпичная озвучка у Теодреда. Нормально, так нормально. Да, смотрите, как-то он так очень быстро прокачивается. Меня это радует. Также я еще проверил, работает ли здесь Война Кольца. Вроде как, да, вроде нормально, ничего не вылетало. В дальнейшем, возможно, когда мы посмотрим все фракции, можно будет сыграть, почему бы и нет, попробовать, да? Как это будет выглядеть. Я думаю, будет интересно. Так, ну что там? Курщики, ага, тут у нас, получается, все уже здесь. Ладно. Так, давай осадное орудие еще. Угу. И ферму еще можно поставить. Да? Так, давай куда-нибудь вот сюда. Все, можно идти в атаку потихонечку. Так, ребятки, бомжи еще улучшенные, смотри.
Все, были бомжи, нет бомжей. Почти да, некоторые, конечно, выжили. О, сколько здесь вражин, а твою мать. Ну, мы их сейчас по-быстрому снесем. В принципе, несложно. Вот так вот, вот так. Прекрасно. Вы что, еще выжили, что ли? Да, смотрите, покоцанные. Лечим нас. Нашу конницу великолепную. Ой, хорош. Чего-то у нас не было Элмеров в крепости. Скорее всего, он будет у нас в таверне. Я так думаю. Потому что Рохан без Элмера, это, конечно, уже не то. Да чё вы все никак не сдохнете, а? Давайте падайте. У нас уже есть с вами 8 очков. Пока не хватает до Теодена. Все, готово. Так, давай захватим здесь. И поломаем сразу... как называется? Я все забываю постоянно. Аванпост называется это. Нет, давайте ломать аванпост. Угу, готово. Вы куда собрались-то, ребятки? Так. О, сколько их тут, а? Здорово, ребятки, здорово. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько вас тогда? Посмотрим твою башню, кстати. Чё она может? Так. Давай захватываем. А мы пойдем в атаку. Просто сносим их с ног. Прекрасно. Так, ну что, вот такая у нас башня, смотрите. Ага. У нее нет времени. Получается, может... Так, бомж идет. Герой, кто это? Вульгар. Бомжара. Это что такое? Не знаю пока. Что это такое у нас? Так, давай, вали его, вали. Сколько здесь бомжей, а? Так, может действовать как-то на башню? Давайте-ка посмотрим. Да, смотри-ка, действительно. Ага. Смотри, что. Кидают с копьями наши ребятки здесь, оказывается. Нормально так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот это неприятно, да. Давай отойдем. Ну, нахрен. Тут у нас крепость стоит. Смотри, тут можно нанимать войска. Прикольно. 3000. Здоровье у башни. Нормуль. Так, и что у нас тут? Халадримы... Галадримы Халдера. Ага, 800 БЧ не стоит. Офигеть. Дороговато, конечно, дороговато. Ну давай, добивай уже. И соберем золото по-бырому. Неплохо, так они нас наносят урон. Я скажу вам. Так, все, отходим. О! Садное орудие пошли. Давай еще бои... Пылающие боеприпасы. Улучшим. Так, где наш? Ага, вот они. Чуваки. Давай, держите, ребята. Не дайте сломать. Слушайте, неплохо так разносит наше это. Наша башня, да? Хорош, ребятки. Так, что там можно нанять? Огненные стрелы? Ага, окей. Так. У нас уже есть 13 очков. Давайте смотреть на нашего Теодена в своем обличии. Так. Подожди, почему он умер? Какого хрена? А, наверное, Теоден безрассудный сразу умирает, да? Получается. И мы сейчас можем создать... Да-да-да-да. Сейчас мы создаем нашего короля Рохана. Все, все правильно. Окей. Нет проблем. Так, давай сюда еще поставим осадное орудие, потому что они сейчас заколебут, конечно, бегать, это я знаю. А, нам не хватает чуть-чуть. Ладно. И посмотрим сразу вот на этих ребят, что они еще из себя представляют. Чего вы там делаете? Ссаные ублюдки. Что-то я чувствую, скоро близ пойдут. Это, конечно, будет херовастенько уже. Давай, сноси. А вот и Теоден. Еще один выжил. Оп. Так, Теоден.
Где ты? Вот он. Теоден, белая голова, прибыл. Он такой красавчик, смотрите-ка. Я думаю, в дальнейшем по повышению уровня он у нас будет улучшаться. Что у тебя есть? Здоровье 3500, урон в бою 400. Неплохо так, слушайте. Какого хрена, а? А, тут еще этот самый. Так, тихо, давай отойдем немножко, подлечим наших чуваков. Вот так вот. Ага, вот наши ребятки, смотрите, вышли. Ну-ка. Копейщики. Ну, неплохо. Неплохие такие чуваки, смотрите. Что, можно копия метнуть? О, нихера себе. Красавцы, а, ребятки. Только, конечно, разносят как-то быстро. Ничего такие, ребятки. Ничего, нормульные. Нормуль, нормуль. Так, ладно. Так, что у тебя тут тоже, смотрите, не переведено нифига. Это, судя по всему, у нас восстановление. Да-да-да, это у нас восстановление, смотрите. Окей. Тут у нас чуваки куда-то бегут. Хер пойми, что они делают. Ну тут да, чуваки у нас загнулись уже. Так, давай еще тогда осадное орудие сюда зафигарим. И опять почему-то у нас нет кольца. Почему-то, блин, нету здесь кольца, это херово. Так, тихо, тихо. Сучки, а успели захватить. Что у нас тут еще? Давайте смотреть. Ганбуриган, что это такое? Нанять лидера лесных людей. Что за... Чувак, я не знаю, кто это такой. Какой-то лесной парень. Опять же, у нас тут, смотрите, идут маги. А, Халдер, лидера Галадрим. Давай посмотрим. Подожди, а где у нас Эомер-то, а? Чё-то я так и не понял. Эовин есть, а где Эомер? Может быть, нужно будет улучшить зал славы, потом он появится? Не знаю, не знаю. Тут просто башня с ними сражается. Хорош, хорош, просто их выносит. Так, собираем золото. Давай. Ой. Так, у нас тут Халдер прибыл. Опять же, ничего не переведено. Вот, да, это смена оружия. Так. Давай-ка погнали в атаку. Что-то как-то очень дофигище развелось. А, сучоныш. Давай, залетай. Так, надо подхилить, стой. О, как новенькая. Так, давай-ка еще одну поставим. Вот это, конечно, вообще... Теодред очень полезный герой стал. Вообще, смотрите, найс просто. Вообще, с улучшением, это вообще такая мощь. Я думаю, в битве за кольцо у нас вообще будет очень полезный герой. Я думаю, один из самых полезных. Окей, неплохо так. Так, Халдер нас тут обстреливает. Здоровья, конечно, не маловато. Да и урон так себе. Так, давай-ка захватываем. Что за фигня? Так, не успела захватить. Просто выносит, смотрите, на ура. Красавцы. Красавцы, ребята. Так, ну давай, надо захватить. Надо, надо, надо. Так, ну что, раз мы уже начали строиться, надо посмотреть тогда на всех. Что есть новенького здесь? Давай. А, сторожевая башня. Нет, башня нам не нужна. Кузница. Ну, здесь, да, у Рохана не так уж много построек. Давай кузню еще поставим. Нет, стой. Не сюда. Давай сюда вот. Так, и давайте-ка... Что это? Ополчение атакует ближайших врагов с копьями и камнями. Интересно, они будут показываться возле крепости? Хм. Так, что у нас тут? Давайте посмотрим на этого бомжа. Вот у Халдера... Да, слышите, такая озвучка, да, эльфийская, прям чувствуется. Не знаю, что-то в этом есть. Так.
Сейчас их разнесут, ничего страшного. Так, конница, давай-ка назад немножко. Халдер, что у тебя еще есть? Это что? Это у нас лидерство. Тут у нас написано какие-то уровни. 3-й, 5-й, 7-й. Что-то по поводу галадримов. Наверное, у них... Вот они, галадримы. Может, у них лидерство появляется какое-то там. Чем выше уровень, тем лучше. А золотая стрела. 25% атаки и защиты. Окей. И что это у нас тут такое? Тихо. Какого хрена? Вы что, охерели что ли, а? Откуда тут взялись? Суки, а? Вот суки. Чё творят? Смотрите, сторожевая башня стоит... Так, подожди. Центр стены. Нет. По-прежнему, да, все это нас стоит. Вот это да. Вот это, конечно. Да, тут у нас не появляются ребята. Я думал, они будут стоять вокруг крепости. Охранять. А вот хер-то там. Так. Ну что, стоим, нормуль. Давайте посмотрим на этого бомжа еще. А, вот он вышел. Что за, блин? Кто такой вообще? Что за снайпер, блин, лесной? Что это такое? Тоже опять у нас тут ничего не переведено. А, он становится невидимым, что ли? Хер поймешь его. Ну, скорее всего, да, он становится невидимым. Не знаем, что это такое было, но способности у него многовато. Смотрите, тут отравленная стрела, да, судя по всему. Медитация какая-то. Так, давай-ка, Халдер, и ты будешь нас тут обстреливать, этих ребят, из башни, вы будете прокачиваться. Так, Халдер тут у нас стреляет. Окей. Так, у тебя же лук, чувак. Да, он, то есть, ну, тоже с луком. Что это у тебя появилось такое? Подмога, что ли? Ага, смотри-ка. Какие-то отравленные, судя по всему. Да, отравленные, смотрите, у них луки. Стрелы отравленные. Ну, неплохо. Неплохо так. Так, магов я пока не буду смотреть. Давайте посмотрим на халадримов. Какого хрена? Так, ну что, давай, обстреливай. Тут у нас лучники, смотрите. Тоже неплохо так сделано. Прикольно. Ты что стоишь-то? Давай иди атакуй. Какого хрена так долго дохнут? Или как? Давай. Вали их камнями своими. Нормально. Не успею это не сломать. Так, Королевская гвардия. Это у нас тоже все было. А, я же забыл. Да. Мы же можем в различных этих призывать тоже. Да, блин. Я совсем забыл. Тут же нам можно призывать в различных тавернах героев. Блин. Все понятно. Эомер. Вот он у нас. Так, давайте улучшим каменные стены и посмотрим на зал славы, тоже еще улучшим. Так. Ну что, ребятки качаются? Опачки. Это кто, Углук? Углук. Ну-ка, давай втащи ему. Хорош. Неплохо так. Он ему снес? Как-то очень легко. Пока. Слушайте, неплохой герой такой. Нормально так. Владеет луком. Хорош. Эомер прибыл. Ты бы еще ближе подошел. Так, это что такое?
Судя по всему, это невидимость. Дает невидимость нашим союзникам. Ну, нормально, нормально. Так, опять у нас тут ксаные копейщики идут. Неужели, подожди, смотрите, идут столько копейщиков, неужели компьютер понял, что мы играем за Рохан? И он создает копейщиков. Не может такого быть. Это как-то очень странно. Так, давай, Кавали, это что такое? Давайте посмотрим, что это такое. Что это такое, блин? И что ты встал? Что-то медитирует, короче, что-то делает. Хер его просышь. Что он творит? Просто встал. Опачки, тихо. Тихо. На тебе желтую стрелу. В жопу тебе. А? Кого ты бьешь, дурак? Тебя сейчас грохнут. Ну, хоть отбился. А ты что стоишь? Давай, отстреливай. Стоит, блин. Медитирует. Так, смотри-ка. Галадримы. Какие красавцы, а? Ну-ка, вот так они выглядят, смотрите. Эпичные, да? Не дурно так сделано. Воинственность. После долгого путешествия нужно подготовить Галадримы к бою. Получается 70 очков жизни и 30 очков урона. Становится бесстрашным. Давайте посмотрим. Тут же можно приобрести знаменосца и кованые лезвия. Халдер должен достичь 7 уровня. Неплохо. Ага, смотрите, у нас поменялась броня. Ну, красавцы, красавцы. За такую цену, я думаю, они нормально так нарезают наших врагов. Давай. Окей. Это что такое? На героя что-то? Что это такое, ну-ка? Что это было? Блин, перевода нету, жалко. Исцеление, может быть. Опять углу пришел. Тебе что, мало было, что ли? Ну-ка, давай на ближний бой. Ну, хорош, хорош, хорош. Неплохо так. Хорош. У нас уже с вами есть 14 очков. Так. Давай, Рок Гондора тогда. Ой, Рока Рохана. И что у нас тут еще? А, тут у нас только маги остались, окей. Так, вот у нас Элмер. Красавец, красавец. Столько у него всяких тут способностей. Опять же. Не переведено. Тут что у нас, какая-то статуя, смотрите, за башкой. Нормально так, нормально. Это, судя по всему, подкрепление. Так, тут у нас лучники. Лучники Рохана. Хамма и Гамлинг. Тоже у нас тут имеются. Давайте посмотрим на них. Почему бы и нет. Так, и давайте улучшим зал славы. Увеличивает видимость крепости, доступна способность честь и слава. Сейчас посмотрим. Вон опять эти копейщики идут. Какого хрена? Да? Неплохо так обстреливают. Хорош. А чего это залезет-то? Не, ребятки, власти залезли такие, сидят. Ну-ка, давай, пустим. Во. Хорош. Хорош, хорош. Так, тут у нас копейщики все пытаются добраться. Ладно. Что, готово? Ага, выбранные войска в районе цели достигают максимального уровня. Ничего себе. А тут можно прокачать? Ну-ка, давай. На таком расстоянии. Нет, далековато, да? Блин. Ладно. Давайте-то посмотрим на этих лучников. У них максимальный уровень какой? 5-й? Ну, давай.
Да, сразу пятый, смотрите. Прекрасная способность. Просто суперская. Так, давай, Теоден. Давай сюда еще поставим. Это кто? А, это у нас крестьяне. Вот он. Вот он, Хама у нас тут. А в ком-то из модов его можно было призвать. Да, его там не было у нас, ни в крепости, его призвать нельзя было. Так, ага, можно все сверху. Пассивные люди. Чего-то там, короче говоря, не боятся, судя по всему, страха. Нечувствительные. Так, тут у нас гамлинг. 2800 здоровья, 180 в ближнем и в дальнем 230. Чё это? Чё это такое? Ага, смотри-ка. Знаменосец. И можно здесь призвать, да, судя по всему, кого-то? Давай посмотрим. Вот этих ребят. Слушайте, прикольно. Классно сделано. Классно, классно. Такие чуваки с топорами. Так. Ну да, тут чё только нету. Блин, перевода нет, конечно, херово. Просто херово. И всех их можно посадить на коня. Это меня радует. Это у нас пассивная способность, дает она 25% к атаке и... В общем-то, все. Бесстрашие, скорее всего, что-то такое. Так, это что у нас? Какие-то фавориты короля, что-то такое. Герои Хельмовой Пади. 50% брони. И это... Да, судя по всему, призыв подмоги какой-то. Так. Давай. Столько конницы, да? Офигеть. Просто все на конях. Так. Тут нам можно призывать подмог, да? Я так понимаю. Так, у нас есть 13 очков. Давайте-ка улучшим вот это дело и призовем нашего Радагаста. Вот у нас старый бородач. Прислужник животных. Буря создает святилище. Ага, если у нас будет кольцо, он сможет создать святилище. Опять же говорю, почему-то здесь кольца у нас как-то опять не видно. Странно все это, блин. Так, враги у нас все идут и идут. Что это такое? Давайте посмотрим. Судя по всему, призыв войск. Или чё? А, нет, тут скорость увеличена, походу. Так оно? Так, стоп. Короче говоря, Халдер здесь как-то ни о чем, и он чисто действует для лидерства. Ну, в принципе, он как-то, да, мне особо, мне всегда нравился. Так себе игрой, честно говоря, что в оригинале, что в модах различных. Его не делают особо таким сильным, поэтому... Да, так себе игрой. Вот это что за... Я вообще, не знаю, какой-то загадочный чувак. Вон идут бомжи. Ну-ка, давай, пусти-ка ему стрелу. Вот, шарку давай. За сандаль, шарку, шарку. Ой, это, конечно, дох, тебя быстро очень убивают. Да. Тоже не очень герой. Давай, в атаку, в одного пошел, загнулся. 1350 за мою голову. Нихера себе. Так, что-то так тоже опасно стало, смотрите-ка. Пошли давай, поможем. Это было больно. Это было неприятно. Тут у нас, смотрите, подписчики едут саные. Так, хилочка. Давай еще одну башню поставим. Так, давай. Разбегаемся, сносим их. Разворот-поворот. Давай.
Куда ты собрались, стадники? А? Почему-то я не вижу баллисты. Как-то странно это даже. Так, готово. Давай-ка подхилим еще. А? Фух. Очень много у нас героев. Всех мы с вами призвали. Так. Так, давайте улучшим. И здесь, я думаю, можно еще сейчас улучшить, да, броню и мечи. Да? Так, вот у нас Эомер, Теоден и все остальные. Так, подожди, у тебя что? Ну, какой будет у тебя? Что-то он с луком на лошади, это, конечно, прекрасно. Блин. Неплохо так, да? Три башни стоят, просто обстреливают. Вообще легко. Окей, окей, окей. Так, ну что, попробуем тогда их прокачать? Давай. Посмотрим. Так, тут у них, смотрите, уже строятся, нихера себе. Давай, вали их. Вот так вот, хорош, хорош, хорош. Тихо, тихо. Так, у Эумеры что идет? Грабеж, да, судя по всему, получает. Он золото, смотри, сразу по 3 юнита он сносит. Неплохо так. Да, подшаманили над ним. Посильнее стал. Смотрите, у этого чувака лук. Что это такое? Опа. Опачки! Нормально такая стрела. Или копье это было? Хер его знает. Что-то какие-то изенгардцы у нас какие-то слабоваты. Мордор был сильнее, хотя сложность стояла такая же. И кольца я не вижу. Я не вижу кольца. Что это такое? Какое-то сооружение осталось. В общем, за Рохана играть приятно. Я вам скажу, приятно, да. Так, это что, броня? Так. Пока не знаю, она больше симпатизирует в этом моде особенно. А Рохан как-то, не знаю, нежели Гондор. Ну да, Рохан мне почему-то больше нравится в этом плане. Не знаю почему. Больше как-то симпатизирует. Ребятки! Просто легкая раскачка, быстрая. Из кипечков, конечно, все легко. Че ты, давай, сноси его. Вот так вот. Так, да, ребят, в этом мой... Шарку, ты что, дурачок, что ли? Ну, иди сюда, иди. Ну-ка, давайте посмотрим на этого бомжа. Засадим ему. Че, ты промазал, что ли? Ой, что-то как-то много вражин у нас бежит. Давай, бомжа, вали. Ребята, вы чё, давай, бомжа, бомжа, заваливай его. Это что такое? Ну-ка, на шарку посмотрим. Копье! Да, копье, хорош. Хорош, хорош. Ой-ой, этот чувак, смотрите, какой-то злой стал совсем. Какой ты злой, а? Злющий просто чувачело. Так, это что такое? Судя по всему, он дает броню. Так, давайте посмотрим на здание. Вообще так тут раз хорошо так залетело. Что-то как-то его то запустил, то не запустил. Хер пойми его. Так, а это, судя по всему, неуязвимость, да? Так, Теоден. Теоден качается. Хорош. Так, давайте-ка ломать вот эту штуку. Узенгарда... Да какого хрена вы меня постоянно перебиваете? Все, падай. У Изенгарда есть такая штука в этом моде. То, что без этого, не знаю, как алтаря, строиться нельзя просто. Видите, тут такие черные полосы идут. Такой круг.
Ну, я потом что-то расскажу, когда мы начнем играть за Изенгард. Я вам покажу. Так, тихо. Давай, я кучу его, ребят, вы чё, толпой? Ну, ломай его. Как он его втащил-то, а? Неплохо. Тихо. Кто умер? Сколько у тебя здоровья? 350. Ну да, такой живчик, смотрите. Хорош. Сейчас развернемся и как сходу начнем их месить. Давай, залетай. Давай, качайся. Элмер, больно. Так, надо отходить. Нахрен. Отойдем немножко сюда. Так. Ну ты что? Что у тебя там появляется? Скорость? 20% я увидел. Так, давай прокачаем тебя уже 10 уровня тогда. Сколько у тебя по здоровью? 500, офигеть. Ну ты, конечно, здоровый. Мощный чувак. Здоровый, мощный. 10 уровень. Что это такое? Ага. Так, скорость дал? Да, смотри, как он вообще поскакал. Как втопил, как угорел просто. Так. Давай. Че вы тут делаете? Вы что за пляски? Ребята, вы что делаете? Какого хрена, блин? Раньше такого не было. Че они все понавыходили-то? Ну-ка давай. Вы что, можете сражаться, нет? И пропали сразу. Странно. Так, давай еще поставим. Чувак, иди сюда. Ты что, куда собрался? Куда собрался? Ага. Смотри, какой-то Ярис там себе вырубил. Типа суровый чувак. Подох. Опасный чувачело. Так. Что за пляски были? Вы видели, да, что это было? Я вообще не понял. Чё это было? Сайт бисайт. Что это такое? Брат за брата, что ли, или чё? Теоден. Смотрите, поменял костюм Теоден. Красавица. Чё это такое? Давайте посмотрим еще раз. Да. Вот перевода-то нет, а? Как херово, да? Какие-то у нас какие-то появились иконки, не знаю, с чем это связано. Ладно. И далее на 10 уровне у нас что-то еще появляется. Да, Теоден, смотрите, просто раздает налево и направо свои очки лидерства. Ну правильно, он же король. В принципе, все верно. Тут у нас 50% брони. Прекрасно. Так, давайте посмотрим, что это такое вообще. Мрио, ну-ка. Ой, да это же башка этого самого, смотрите. Башка, не знаю, орка или кого-то, там, гоблин. Нормально так, неплохо. Ну что, погнали, прокачаемся еще немножечко. Хотя, стой. Давай, улучшай меч, там все эти дела. Так, лучники, Рохерим. Нет, лучники нам не нужны. Кстати, у нас еще прибыл, это же старик. Вот он у нас, Радагаст. 5500 здоровья и урон 300. Неплохой такой старик. Давай, иди сюда. Так, вот сейчас погнали. Погнали. Выносить. Ой, копейщики, не-не-не-не, блин. Ай, больно, неприятно. Так, давай, сноси их всех. О, прекрасно. Опять копейщики. Твою мать, а. Так, это у нас дает броню, что ли, получается? Ну-ка.
Не знаю, что он дал. Может, дал опыт? Фиг его знает. Так, давай, давай, вали их всех. Сейчас мы с вами такими темпами быстро прокачаем всех героев. Посмотрим, что у них есть. Так. Да, у нас уже есть, смотрите, 25 очков. Чтобы нам улучшить, поддержка из Вестфальда. Изучим и... Да, нам еще много что нужно посмотреть. Давайте посмотрим на поддержку. Ага. А, это те же самые ребята, смотрите, которые мы здесь заказывали. Только это конница у нас. Недурно. Так, это что такое? Что это? Так, вот. Тихо, тут какой-то рок. Нападение, что? Что, попробуем. Смотри, им вообще плевать. А, нет, смотрите, пару конец умерло. А, социальные копейщики, ладно, пофиг на них, бежим дальше. Вот, арбалетчики, да, это вообще по душе. Давай, лучники тоже хорошо заходят. Так, исцеление есть, да? И что? Что-то нифига не исцелился. Давай, ломай, ломай. А, что у нас тут? Ага, броня. Сейчас еще броник улучшим. Так. Вот он мне нужен, кстати. Давайте посмотрим на королевскую гвардию. Как она здесь у нас выглядит. И побольше закажем. Ребятки, давайте обратно. И закажем побольше, конечно, вот этих топорщиков. И обычных можно тоже, почему бы и нет. Так, что там? Все, их, да, с ними разобрались. Радагаст, кстати. Давай посмотрим на тебя. Так, ты, что уровень? Окей. О, идут, ребятки. Идут, бомжи. Что это такое? Чего это? А, что-то не понял, это... Ага, ты их убивает. Нормально так, нормально. Ай-яй, тихо. Это чё? А, призыв. Вороне, что ли? Так, тихо. Не-не-не-не, так не пойдет дело. Да, ну куда ты? А, это у нас опыт идет. Угу, понял. Понял, понял, понял. Опять этот бомж прибежал. Ну что ты, углук, да, это? Дурачок, все не имется. Так, где старый? Чё-то там залез опять. Тоже, блин, присел. Так, ну, значит, нам по одному, да, это, конечно, не очень. Но способность зато у него хорошая. Еще раз, вот так вот. Вот эта способность, конечно, крутая, просто, смотрите. Они еще замедляются. Какие-то кусты он призывает. Окей. Так, ладно, Радагаст-то пускай стоит. Мы пойдем в атаку. Что у нас тут? Конница. Вот она. Элитная. Только почему-то их тут 5. Всего 5 конниц. Зато они уже улучшенные, смотрите. За смертиславу. Королевская гвардия получает 50% урона. Двое повреждений. От езды 50% брони и 50% скорости. Окей. Так, улучшаем. Приобретательские щиты значительно уменьшают получаемый урон от стрел и копий. Угу. Прекрасно. Сейчас-то все это улучшим и пойдем в атаку. Немножечко пошурудим. Так, это улучшение приобретено. Угу. Так, давай. Что там происходит? Так, давай, старый. Шуруй сюда.
Так, с этим разберешься? Наверное, нет, да? Все-таки нет. Слишком тяжеловато для тебя. Ладно. У нас вороны пролетели. Да какого хрена ты пристал, а? Ну-ка, ушатай его. Это бомжа тоже заодно. На, сучёныш. Оп, готов. Так, что у нас там по лучникам? Это нас опыт дает? Ну-ка, 4, сейчас посмотрим, проверим. Нет. Странно, может, защиту? Хер его знает. Так, ну что, конница? Готово? Сейчас еще у нас пройдет улучшение и пойдем, думаю, в атаку. Так, подожди, а что ты не улучшаешь? В чем проблема? Улучшается уже? Угу, хорошо. И здесь тоже давай. Ну что, погнали в атаку. Я думаю, мы справимся. Сейчас прокачаем наших героев. Все будет замечательно просто. Пока Рохан для меня самая лучшая фракция в этом моде. Не знаю, почему-то мне так очень прям понравились. Классные ребятки такие. Погнали. Давай, ребятки, давай. Кстати, что там у тебя? Скорость увеличивает, говоришь? Для всех или только для себя? Для себя только, судя по всему. Вот, сейчас проверим. Давай, ребят, вали их. Вот так вот. Просто ушатали эту конницу саную. Ну-ка. Давай, бомжи, давай, иди сюда. Хорош. Идем дальше, да. Всех просто, смотрите, как выносим, а. Вот это классно, да. Вот это Рохан. Так, опять это конница, блин. Так, давай ломаем и быстрее сразу помогать нашим ребятам. Смотрите, сразу темная местность пропала, да? Так, хилочка. Давай. Хорош. Давай ставим башню сюда тогда. Вот сюда. Угу. Так, что у нас там? 21 очко. Нужен 25 дентов. Сейчас накопим по-быстрому. Сейчас все будет. Так, и умер. Что там у тебя? Кто-то там еще прокачался. Так, Теоден, дай-ка опыт нашим ребяткам. Теоден, давай. Вот так вот. Первый уровень должен повыситься. О, второй. Вот это хорошо. Хорошо ты им дал. Так. Девятый уровень, сейчас будет 10-й. Посмотрим, что у него там будет. Улучшение. Нет, смотрите, конница просто всех разносит, а? Налево и направо. Просто прекрасно. Прекрасно. О, бомжара, иди сюда. Так, мы уже подобрались к их нему основному лагерю. Так, 10 уровень. Что там у тебя? Еще что ли подмога? А, лучники элитные. Ага. Ну-ка давай в ближнем бою. Уработайте его. Хуяк. Прописал ему въебыч.
Готов. Так. Давай. Погнали в атаку. Давай, ребятки. Давай, ты ж конница. Ой-ой-ой, это, конечно, неприятно. Вот эти вообще неприятные... башни. Давай сюда тогда. Теоден. Еще немножко до 10 уровня. Так, энты у нас появились. Давайте-ка посмотрим на энтов. Так, отойдем чуть-чуть. Энты. Какого хрена, что это было? Так, энты. О, давай. Древоборот здесь. Ой, это, конечно, улучшенная башня. Это что такое? А, пассивная способность для энтов. Хорош. Чего? Древоборот. Ну-ка. Здоровье, 7000. Ох ты, фига у него урон. На тебе по щам. Хорош, хорош. Ты сейчас, конечно, загнешься по-быстрому. Да, энды у нас боятся огня, просто втопил. Да, вот такое вот. Такие веселые у нас энты просто убегают. Не чтобы забежать в воду, они просто бегут. Не знаю куда. Еще и жутко кричат, к тому же. Так, ладно. Так мы с вами здесь кольцо не встретили. Конечно, это печально, блин. Хотелось, конечно, посмотреть, показать. Да и самому я тоже не видел, что у нас там с кольцами. А если... Не знаю, потом если снимать специально, показать вам это, знаете, это очень долго. Это занимает просто огромное количество времени. Я не знаю, это... Просто очень, очень долго. Ну давай быстрее. А? Так, тихо. Больно. Давай-ка отойдем. Как-то очень больно, не бьют. Давай, ломай. Так. Смотрите, быстро у нас восстановилась подмога. Можно еще вызвать. Ой-ой, что-то тебе больно, да? Ты что там стоишь? В одного дурак, что ли? Дурак, ой, дурак. Убегай давай, убегай. Ну еще один, а? Какого хрена вы тут все делаете? Ходите, давайте. Да какого хрена, а? Вообще какие-то неуправляемые. Валите оттуда. Че, бомжа не можете убить? Я вас не понимаю, ребят. В чем проблема? Тут у нас конница. Да и он здесь гоняет. Ну вы вообще, конечно. Ребятки, молодцы. Ну давай, призывай своих бандитов. Ну. Шарку здесь бегает, бомжара. Немощный. Давай, вали его. Теодор у нас получает 10 уровень. Замечательно. Так, что он нам сдает? Ну-ка, покажи. Ты сменил свой облик? Нет, такой же остался. Ну, выглядит он круто, конечно. 6500 здоровья, 600 урона. Классно. Кто там у нас? А, лучники? А, смотрите-ка, сильные ребятки, сильные. Так, Теоден. Где-то я вот где. Так, дай-ка нашим ребяткам опыта чуть-чуть. И давайте еще призовем вот этих чуваков. И посмотрим, что это такое у нас тут. Да. Такая, смотрите, сейчас вообще становится очень сильная.
Офигеть! Да, вот эта белая конница, вот это улучшение, конечно, вообще классное. Ребятки, иди сюда. Прекрасно просто. Давай, ломай все это говно. 15 очков у нас есть. Что мы можем? 3 соратника. Давайте посмотрим. Там у нас будет, да. А, Гимли, Арагорн, Леголас. Так, Углук. Давай, сейчас тебя Гимли размотает просто. Как петушка. Что ты там улучшаешь ему? Прыжок, что ли? Не надо. Вот нас Леголас. Все, просто уработал, смотрите. Да, у него, конечно, дикий урон просто у Гимли. Ну как дикий? Такой, да? Средненький. 438, неплохой. Так, что у нас тут? Конница стоит. Так, чувак, давай. Давай. Так, Гимли сейчас загнется уже. Гимли, да, все. Загинается уже. Херовастенько ему стало. Что за озвучка дикая была? Ой, как-то не слабо наносится на эти урон. Слабовато. Я думаю, отойти что ли немножко. Тут надо, знаете, выйти в атаку конницы и призывать энтов, чтобы они разносили просто крепость. Что-то там прокричался, проорался. Так. О, у нас тут конницы. Жопой жуй просто. Вот так вот. Ну-ка давай сейчас улучшим до 5 уровня, до максимального. Хорош. У нас еще остался Эовин. Давайте призовем, посмотрим. Так. Ну что, вот как мы с вами посмотрели, да? Так, вкратце. Что это вообще у нас тут? Что добавили новенького и... И тому подобное. Так, давайте-ка... Эомер еще у нас остался непрокачанным. Сейчас посмотрим на 10 уровне, что не открывается. Там у него какая-то конница нарисована. Сейчас глянем. Так, золото еще валяется. Эовин прибыла. Бомжара, ты что тут опять забыла? Оп! Что это такое? Ну-ка давай смотреть. Ага, смотри-ка, чё, а? Офигеть. Вот это классно. Неплохо так, неплохо. Так, ну что, конница. Да, энд у нас, конечно, еще долго будет. Эовин. Красавица. Можно переодеться в этого самого. Вообще без палева, да? Так. Это кто? А, Углук все пытается. Бомжары. Так. Давай еще опыт нашим ребяткам. Да хранишь их там. Так. Давай, погнали. Конница. Хорош. Бомж, что-то опять пытаются сделать. Давай, ломай все это дело. Что за звуки, блин? Давай! Во! Просто топовая конница. Поставь-ка эту голову, чтобы все боялись. Оп.
Элвин сразу получает 5 уровень. Замечательно. Бомжи, откуда вы там идете? О, сколько здесь строительства этим понаделал. Просто да херища. Вау, просто посносили всех. Так. Живи, чувак. Живи. Так, что нам еще нужно? А, в принципе, мы с вами все посмотрели, остался только военный лагерь, и все. Это фигня, я не буду даже на это тратиться. Ничего такого удивительного. Основные аспекты мы с вами посмотрели. Так. Ага. Держимся, держимся, чуваки. Да, но здесь лезть бессмысленно, потому что нам нужно энка. Смотрите, просто всю крепость улучшил. Ай-яй-яй, как это было больно. Не-не-не-не. Мы с вами не пойдем. Без эндов даже суваться не стоит. А вот сейчас можем пробовать. Давай. Давай. Так, а чё ты пошел в ближний бой-то? Как-то не странно, смотрите, выходит. Так, нет. Дальний бой, давай. Так, призовем еще пару ребят сюда. Ну давай, ломай, ну чё вы смотрите, а? Какого хрена, чё творится? Ломай быстрее же, а? Еще подожди, смотрите, так в упор просто. Ломай, 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 ломай же быстрее. Да, это все сложно, конечно. Чувак, он стоит без дела просто. Херней мается. Ну, потихонечку сносим, да. Сносим, сносим. Так, это что такое? Да, тоже какие-то улучшения у нас идут. Копье, да, это у нас. Да, копье. Оп. Сейчас сломаем. Сейчас сломаем крепость, и там уже полегче будет. Да. А? Вот так вот. Хорош. Кто там? Че это, что-то звуки были? Так. Главное сейчас нам не сломать казармы, тогда игра закончится. Нам еще нужно посмотреть на военный лагерь, обязательно. Давай, конница, давай! Сколько лошадей! Тут там помер. Чего интересно? Сколько нам, сколько на 20? Тоже 25. Окей, понял. Фу, да, ребят, и пока Рохан для меня является самой такой, ну, не знаю, лучший, не лучший, но она мне как-то очень симпатизирует. Неплохая такая фракция, классно она сделана. Мне, в общем-то, все понравилось. Не знаю, как вам, но для меня, да, пока Рохан просто вышка, просто красавцы. Так, кто у нас там прокачался, кстати? А, этот чувак. Да, это что такое у нас? Непонятно, что это было, опять же. Так, тут смотрите, тут сколько лицепилок, тут дофигища просто. Их еще надо будет посносить. Ну-ка, давай свою конницу. Опачки. А, смотрите, конница на здание просто бесполезна, да? Ладно, будем знать.
Давай сюда пробежим. Продвинемся чуть-чуть вперед. И здесь уже будем ломать. Хорош. Так, давай нашу братву, троицу. Великая троица. Леголас. 200 урона у него. Сарагор 300. Хопочки. Красавцы. Просто красавцы. А что у нас там еще по этому? По Радагасту? Ну, тут он вызывает орлов, судя по всему. Друзья. Друзья с неба приводятся у нас. Да, получается это орлы. Что это? Превращает, судя по всему, наших врагов в животное. В скотину, да, какую-нибудь корову там, поросята, что-нибудь такое. Кольцо чего-то, короче. Кольцо глаза. Что-то такое. Это я не знаю, что это такое. Так. Да ладно. В принципе, мы сами посмотрели, да, все основное. Я думаю, если вы захотите, вы сами установите этот мод и поиграете. Ну что ты там строишься? Вот, а без этого. И давайте уже посмотрим тогда с вами на военный лагерь под конец. Глянем, что это такое вообще. Тут Леголас еще обстреливается. Он еще улучшает ему. Надо еще подождать, пока он улучшит свои кинжалы. Это как-то глупо при призыве какой-либо армии. Так, давай, военный лагерь. Что это такое? Посмотрим. Вау. Вау. Палатки для всадников. Поставить палатки, в которых всадники могут собраться к бою за Рохан. Неплохо. Я думал, они исчезают. Ну-ка. Смотрите, как... Вообще-то, вообще, да, мод сделал очень круто. Смотрите, с какой любовью тут подошли. Все это, смотрите. Все классно вообще сделано. Молодцы. Молодцы, ребятки. Красавцы просто. Так, ну что, давай, давай. Палатка для всадников. Сейчас посмотрим. Кстати, как часто здесь выходит... выходит конница? Даже не знаю. Периодически вызывает Рохерим. Не знаю, сейчас посмотрим. Сейчас еще улучшим. Оглянем. Что это у нас такое? Как это эпично звучит, а? Да, 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 да. Хорош. Так, ну что, давай, 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 давай. Еще немножко, всадники могут собраться к бою за Рохан. Ну-ка. Ага, смотри-ка, еще что появилось. Еще лагерь увеличился. Это что такое? Палатка для капитанов. Поставить палатки для капитанов, они возглавляют отряды. Ничего себе, целый лагерь, а? Охереть. Вызвать всадников на поддержку. Так, а где они? Откуда они придут? Я вот не знаю даже. Отсюда же выйдут. Ребятки, свет. Нормально. Слушайте, круто все сделано. Это, конечно, вообще респект отдельный за эту палатку. Вот, появились наши ребята. Хорош. Че вы делаете? Че за танцы? Так, тихо. О, тут еще уголух. Уголух у нас еще остался. Давай, выноси это говно. Доспехи. Поставить склад доспехов, чтобы обеспечить всадников щитами. Угу. Получается, скорее всего, сейчас мечи, да? Оружие. Оружие и луки еще. Получается, они будут выходить улучшенными, что ли? Круто. Круто вообще. Тут не надо ничего тратить, просто у нас выходят...
конница, да, просто уходит конница, и все, улучшенная. Так, это у нас... Да, капитан, смотрите, тут что-то сидит, что-то... Какие-то переговоры ведут, размышляют о чем-то. У нас углук, разбираются пока ребятки с ним. Ну что, капитан сейчас выйдет? Может быть, капитан это знаменосец? Даже не знаю, сейчас посмотрим, еще выйдет на армия. Да, смотрите, это знаменосец. Вот у нас капитан. Получается, что это? Капитан Рохеримов. Рохерим получает 20% урона и 20% брони, а также ближайшие союзники. Неплохо, смотри, а. Вообще не дурно. Нормально так. Ладно, ребят, тогда мы с вами заканчиваем здесь. Элвин. Подожди, это что такое? А, это мы уже с вами смотрели. Кстати, тут еще... Давайте тоже посмотрим тогда. I am man. Я мужчина. Что это такое? В переводе? Так, не-не, конница, давай назад. Тут у нас Элвин уже разберется с этим негодяем. Сейчас она ему втащит и будет 10 уровень. Хуяк. Хорош. Я мужчина. Давайте-то посмотрим. Взрыв 4400, урон 350. Ну, такая боевая, да? Здесь ее, конечно, улучшили. Полноценный такой герой, нежели в оригинале. В оригинале она вообще была дохлая. Так, давай посмотрим, что это такое. На кого-то действует? На героев, что ли? Потому что я не могу ничего сделать. Судя по всему, да, тут еще нарисован король-чародей. Так. Да, тут нам понадобится герой. Блин. Углка-то я убил. Это печально. Сейчас она нас откатит способностью Теодена. И пойдем в атаку. Так эпично закончим на этом. Так, у нас последняя казарма осталась. Ща... А, нет, еще две казармы. Ща призовем тогда еще тут конницу, давайте. Для эпичности просто. Ну что, Теоден, ведешь свою армию? Хорош. Погнали, давай. Вот это эпично, конечно. Вот это эпик. Охереть. Ну что, призываем всех, как мы любим, по старинке. Да. Рохан, конечно, красавцы. Просто респектос. Особенно вот этот лагерь. Просто красавцы. Красавцы. Больше мне нечего добавить. Отлично поработали над Роханом. Круто. Круто, круто. Я думаю, вам тоже понравилось, ребят. Победа! Фух, вот такой вот у нас вышел Рохан, ребят. Просто крутяк. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте пальцы вверх и, конечно же, подписывайтесь на канал, если еще вы этого не сделали. Да, в общем-то, как-то вот так. Следующая фракция у нас будет Лориан. У нас идут эльфы дальше. Угу. Окей, тогда посмотрим на них. Ну, с кольцом у нас не получилось. Ну, я думаю, ничего страшного. Скачаете мод, поиграете сами, в общем-то, я думаю, разберетесь. Основные аспекты я вам показал. В принципе, что есть новенького. Ладно, ребят. Давайте здесь мы с вами закончим. С вами был, как всегда, я, Игорёха. Услышимся, у меня уже начинает язык заплетаться. Как всегда, под конец серии. Да, услышимся уже с вами на следующей фракции. Это у нас будет Лориан. Потом у нас пойдет еще Ривендел. Угу. Посмотрим там на Леголаса и так далее, в общем-то. Ладно, ребятки, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Счастливо.